Мы единственные в мире, кто встал на защиту тех ценностей, которым присягали наши предки. Больше нет никого. И мы должны это понимать. За нами стоит 85% стран мира, которые не поддержали санкции, но они ждут, чем закончится. И от нас это зависит. Я хочу пожелать нам всем сил и осознания серьезности того, что происходит.